Короче, просто смотрите, как парит капот. Ну, конкретно. В салоне запах, как будто бы это выжиганием занимается. Знаете, в детстве вот кружки были по выжиганию? Вот такой же запах, короче. Коптильня, просто коптильня. Дышать невозможно. Кипим. А на приборке нету ни одного датчика, который мог бы об этом сигнализировать как-то. Нету. С этим электронным щупом, короче, понятно, да? То есть BMW придумали такое говно, которое просто тебе, ну, как-то никак не подскажет, что у тебя в машине кирдык. Просто, ну, никак. Нету температуры двигателя на приборке, на щитке. Жуткая вибрация, жуткая. А где же она парит, откуда? Отсюда, может? Короче, не понимаю, не знаю, что с ней. Ну что, подписчики и гости канала, я вас приветствую. Сегодня будет очень полезный информативный выпуск на тему BMW. BMW марки E90 с мотором 318i. Вот она, собственно, стоит за моей спиной. Эта малышка недавно нас возила на Украину. 5000 километров суммарно в одну и в другую сторону. Она проехала, выдержала. Единственное, что по приезду она начала кипеть. Вот, начала кипеть. А в чем же причина? Мы с друзьями предполагаем, что это термостат. Но BMW такая марка, что так вот просто навскидку это невозможно, да, сказать, определить причину. Даже профессионалы не могут вот так вот просто, а да, это термостат 100%. Нет, здесь все не так просто. Здесь термостат вроде как электронный, до него вот так вот легко не добраться, как это у меня было на Infiniti. Открутил, вытащил, посмотрел, исправен, значит, причина в чем-то другом. Не исправен, поменял термостат. Нет, здесь более уже сложный мотор, машина 2007 года. Что еще? Что касается масла, жрать стало гораздо меньше. После того, как я сменил матюль на другое и повысил, да, то есть было, по-моему, 10.30, а сейчас у нас 10.40. То есть масло погуще, вот, попроще. Вот, я неоднократно слышал, что матюль вообще, в принципе, летучий, да, испаряется, все такое прочее. И практика показала, что так оно и есть. Что еще из нареканий по автомобилю, по технической именно части? Я разбил бампер, юбку. Миша, все хуйня. Итак, порвал я юбку бампера. Соответственно, защита, которая прикручена, она пластиковая, и на скорости ее разорвало, как, собственно, и подкрылки передние оба. Разорвало, и вся грязь с дороги, весь мусор, все летело в двигатель, на патрубки, на систему охлаждения. Ну, короче, ведра 3 там, наверное, сейчас грязи, но об этом позже. Сейчас надо разобраться именно с технической частью. Вот.
И для этого мы поедем к профессионалам своего дела. Я считаю, лучший сервис по обслуживанию BMW в Москве. Это ребята из Автостарт. Запомните это название. Находятся они, по-моему, 66 километр МКАД. Это Мирус Авто. Заезжаете, там их легко найти. Едем на диагностику, выяснять причину и, соответственно, устранять неполадку. Заодно увидеть, как ребята работают, и их экспертное, профессиональное мнение о поломке, о устранении, ну, соответственно, ценах на ремонт. Все. Кстати, ребят, вы можете увидеть выпуски канала Бесарулит. Они эту BMW заявляли, меняли на ней маслосъемные колпачки, там вообще большой был спектр работ произведен, после чего она перестала жрать масло, и, грубо говоря, сейчас она съедает на 5000 километров на грамм 300. Вот. Все, погнали к ребятам из Автостарт. Помимо того, что здесь сейчас меняются задубевшие маслосъемные колпачки, переуплотняется весь мотор, то есть меняются все прокладочки. После того, как они будут поменены, 1070-80 к этому вопросу вообще можно уже не возвращаться. И, кстати, огромное спасибо сервису «Автостарт BMW», который включился в эту историю и делает для моего подписчика все абсолютно бесплатно. Ну вот, собственно, Мирус Авто. Тут ребята и дислоцируются из Автостарта. Улица Горбунова, это по МКАДу едете в направлении север, Псков, короче, туда-сюда. Ой, вот такой заезд. И вон, видите надпись BMW сервис. Это, собственно, они и есть. Стрелочки, видите? Также у них здесь магазин автозапчастей и масел. То есть, ребят, чтоб не заблудились, вон въезд, вот вход в техцентр Автостарт. Теперь здесь ВАК у нас. Автостарт, но ВАК. Меня проинформировали только что. Вот. Полки опустили почему-то. Вот теперь здесь Шкода, Volkswagen, Porsche. Ребята меняют трубку кондиционера машины. Скоро кондиционер будет работать. Финальная стадия. Ребята заправляют кондиционер. Трубку поменяли. Где она? Вот она. Вот она, эта трубка. А вот и дырка, которая... Где-то в этом месте. Ага, все грязно. А так увидеть невозможно, да, эту дырочку? То есть она может... Здесь, обратите внимание, она коррозирует еще плюс добавок. Ага. Там, если зачистить, ну, сейчас, вот, да. То есть она там, может, микроскопическая, но конечно, уже... Конечно. Уже проблема, да? Ну, он газ, как правило, он летуч. 134. Я понял. Ребята, молодцы. Как всегда, выручили. Теперь в машине будет опять прохладненько, и Коленьке будет очень хорошо. А это вот заправляет штуковина. Кондей. Всем рекомендую, все приезжайте. О, какой мотоцикл прикольный. Вот так вот здесь хорошо и дружественно. Очень давно я здесь не был. Теперь в этой части Автостарта, которую я вам показал, чинят ваги. Фольксвагены, Шкоды, короче. А я даже не обратил внимания, а они даже написали для дураков. Вот, а BMW у нас сейчас в новых боксах чинят. Туда сейчас поедем. Соответственно, ныряете вот в эту арочку.
поворачиваете. Значок БМВ видите? Нет, и я не вижу. А он есть. На Z-очка, Z-очка проект. Смотрите, какие у нее колеса. Ждет потепление, ждет весны. Хотя сейчас 15 марта, но видите, что на улице происходит. Кстати, всех любителей летней резины, тех, кто переобулся уже, поздравляю. Полный завал, каток. Машины все в лепешку. А радиатор не забился? Не сильно. Желательно помыть, да. Радиаторы тоже часто являются причиной перегрева, и как бы лучше их мыть. Вот она и причина. Пластиковая крышка, и из-под нее сочит антифриз красный. Кстати, в BMW нельзя красный лить вообще, либо зеленый, либо синий. Что с ней случилось-то? Как так получилось? Она не выдержала, лопнула или что? Лопнула крышка. Лопнула. Понятно, надо менять эту крышку. Вот она парит.
Вот еще в процессе такой вопрос появился. Почему с радиатора не течет жидкость? Что антифриз, что вода. Вот мы уже вторую прогонку делаем и не течет. Может быть, просто радиатор забился. Там получается же, ты сейчас вытащишь ее оттуда, да? Угу. Это получается клапан на автомат. Ну, да. Выкручиваем пробку, чтобы понять, что с радиатором. Течет вообще, не течет. Или менять радиатор придется по итогу. Ага, все-таки в пробке дело оказалось. Радиатор нормальный, слава богу. Иисус, что? Нас раскрыли, сваливаем! А что с ней было? Это из-за, наверное, из-за того, что антифриз просто красный. Из-за, наверное, красного антифриза вот такие проблемы. Там особые... Итак, вот она причина всех бед. Оп! Крышка. Точнее, причина всех бед — это красный антифриз в BMW E90. Лети только либо синий, либо зеленый. Красный может убить всю систему. Вот крышка под замену. Собственно, из-за красного антифриза забилась сливная трубка вот эта. Долго не могли понять, почему через нее так течет слабо. В итоге оказалось, что она забита. И обратите внимание на крышку, да? Антифриз съел все резинки. Собственно, из-за этого и эта крышка начала пропускать антифриз. Печально. А вот, ребят, где находится термостат. Если вдруг у вас начнет кипеть, загляните в него, может, он сломался. Здесь, слава богу, он в порядке.
Вот такой антифриз зеленый залили. На русском тут есть что-то, нет? Зелёный. Так, знакомьтесь, это Иван, приемщик в автостарте. Привет. Знакомый. Давно причем. Еще с канала Лиса Рулит. И, короче, ребят, приехал. Мое предположение было, что пробит либо радиатор, либо оторвало какой-то патрубок, пропускает. Друг предположил, что термостат погибся. Но на самом деле... Она утонула. На самом деле, к сожалению, высокая система охлаждения на данном автомобиле было выявлено, что течет задняя крышка системы охлаждения, которая стоит на головке вот цилиндра. Из-за чего она погибла? Это из-за того, что время плюс неправильно был залит антифриз системы охлаждения, был залит красный. Данный автомобиль заливается только зеленый антифриз. А синий? Синий только. Синий можно? Но красный противопоказан. Все слышали, мнение профессионала. Итак, еще у нас из-за этого красного антифриза, опять-таки, забилось... Управление пульки и пробка, снимая на радиаторе. Мы ее тоже Тоже понимаем. Молодцы. Итак, что у нас вышло по работам? Медленно достаем квитанции. Только так, чтобы я видел руки. Падла. Я. На коленях стоя посмотрю. Стою. Ёханый бабай! Техническая мойка, замена антифриза с промывкой, замена задней крышки. Общая сумма 5700 у нас, да? А, плюс еще дистиллированная вода. Да, дистиллированная, 5700 точно. По запчастям получается пробка, она же в пункте управления 500 рублей, оригинальная. Крышка, система охлаждения задняя 650 рублей, она в оригинале. Антифриз, 3 баночки. 1950 рублей оригинальный 1,5-литровый, и поменяли еще за одну крышку бачка на 1050 рублей. Тоже оригинальный. Все запчасти оригинал, да. Смотрите, что это такое? Абибас. Это неправильный значок. Это вот такую дичь продают в Болгарии. Что это такое? Написано Шанель. Я не верю в это. А ты полный хер. О, полный херфингер. Вот, смотрите. Так что, ребят, сами там прикиньте, дорого-недорого, на мой взгляд, за качественный и за оригинал, оно того стоит. Вот, ни Китая, ничего, наверное, Германия. Да, совершенно верно. Процесс все в целом заказывается.
Кстати, у ребят на территории магазин, но я об этом не говорил. Поэтому мне не пришлось ждать, когда придет та или иная запчасть. Вот, и оставлять машину. Все принесли, починили, ну, в течение 2 часов, может быть. Это потому что... пришлось промывать систему охлаждения двора. Совершенно верно. Все, всем удачи, следите за своими машинами, обслуживайте в хороших местах. Моя рекомендация — это автострада, если у вас BMW. Вот, ну, а что еще могу сказать? Всем удачи, лайк, подписка, колокольчик. Вам спасибо. Пожалуйста. Женя, что строил? Ну как ты съездил-то? Отлично. Ребята из Автостарт починили. Сделали все на высшем уровне. Вот. Была поломка. Это крышка сзади, там двигатель. Я не знаю, если честно, как она даже называется. И клапан, короче, по которому стекает антифриз, тоже был забит. И все это из-за красного антифриза. То есть на BMW нельзя красный антифриз. Только зеленый, либо синий. Ребята профессионалы, ребята молодцы, сделали все на высшем уровне. Ссылки на них оставлю в описании. Класс, все. В общем, мы можем ездить на ней без проблем. Да, мы можем ездить. Или еще что-то. Но... так как мы с тобой, когда ездили на Украину, разорвали... все днище, все пыльники, подкрылки, защиту пластмассовую. Теперь в плохую погоду, когда грязь, слякоть, все летит на мотор. На датчики, на патрубки, короче, все под капотом в говне. Поэтому надо эту проблему тоже решать. А чтобы ее решить, нужно починить юбку бампера, которую я разбил. Потому что к ней и крепится этот пыльник, защита. Поняла? Так что следующая серия у нас уже в другом месте. И уже не техническая часть, а больше, наверное, эстетическая и, как это сказать, короче, кузовня. Папа, давай, короче, приводи наш домик на колесиках в порядок. Обязательно. Да, Коль, скажи, потому что мы без него не можем жить. Следите за проектом, лайк, подписка, колокольчик. А вот вертолет, видите, вертолет. Получай, придурок! Эй! Нет! Только не машину, остановись! А ну-ка помоги мне, открой! Знаешь, Лесси, мне не очень нравится эта затея. Открывай! Хорошо.